Ну, я хотел бы извиниться, конечно, за, так сказать, биокадовский шильдик здесь. Конечно, эта лекция не поддержана биокадом, но я не успел в другой дизайн слайдов переделать свое летнее выступление в Челябинске. И, так сказать, ну, в эту презентацию, в этот дизайн, так сказать, добавил какие-то материалы, имеющие клиническую значимость. На самом деле история с опухолеинфильтрирующими лимфоцитами, она, во-первых, имеет достаточно давнюю, она достаточно давняя, и она, конечно, касается не только рака молочной железы. И если мы будем касаться каких-то ключевых работ, когда эта тема по-настоящему заиграла вот, в умах, так сказать, клиницистов и патологоанатомов, то это тоже не очень глубокая перспектива. Я вот как-то для себя выделяю 2003 год, когда по-настоящему проблема опухолеинфильтрирующих лимфоцитов получила какое-то существенное такое принципиальное развитие, потому что, во-первых, к этому времени уже технологически патоанатомия была достаточно такой дисциплины развитой, и иммуногистохимия, так сказать, получила все те технологии, которые мы используем по сей день, и полимерная система детекции, нормальную демаскировку антигенов, и спектр иммуногистохимических тестов, которые мы могли выполнять в 2003 году, он стал, ну, в общем, уже приблизительно близок к тому, что на борту мы имеем сейчас. И поэтому, в общем, эти данные можно каким-то образом сопоставлять с современными данными и как-то их экстраполировать. И эта работа была выполнена не на раке молочной железы, а на раке яичников. В основном это была группа серозного рака яичников high-grade, высокой степени злокачественности, где исследователи четко выделили два таких глобальных фенотипа. Да? Приблизительно половина опухолей, ну, для серозного рака это, конечно, повыше, чем в целом, так сказать, для других, имела очень специфический фенотип, когда опухолевая ткань была густо инфильтрирована Т-лимфоцитами, CD3+, это маркер Т-лимфоцитов, независимо от популяции, просто Т-лимфоцитами, и, так сказать, экспрессионно в этих опухолях была интерфероновая сигнатура, там не только иммуногистохимический метод применялся. Вот, то есть это такой активный противовирусоподобный иммунный ответ. И 41% случаев, где фактически в опухолевой ткани не было вот среди эпителия Т-лимфоцитарной инфильтрации. Лимфоидная инфильтрация находилась за пределами опухолевого поля. И у этих больных наблюдалась гиперэкспрессия сосудистых эндотелиальных факторов роста. И если мы таким образом стратифицируем больных с метастатическим раком яичников в брюшине, то при выполнении стандартных процедур, да, брались, я не зря говорю, именно метастатический рак, то есть это уже фаги 3-4 стадии, когда, так сказать, распространение по брюшине вышло за пределы малого таза. И здесь стандартными опциями является циторедукция и платиносодержащая химиотерапия. В качестве ответа оценивался полный морфологический регресс. Значит, так вот, как достижение полного морфологического регресса, так и общая выживаемость, да, которая была прослежена в последующем, очень существенно различалась в этих двух группах больных. И несмотря на то, что в начале 2000-х годов серозный рак яичника высокой степени злокачественности, это была такая условно-курабельная ситуация, с ним и сейчас, так сказать, не все просто, потому что, несмотря на то, что выживаемость, несомненно, улучшается, смертность практически не меняется, и, в общем-то, сколько больных умирало от серозного рака яичников метастатического 10 лет назад, приблизительно столько же умирает и сейчас, просто они умирают немножко позже, чем раньше в результате наших терапевтических воздействий, да, внедрения циторедукции, токсанов. Вот. Но, несмотря на это, по крайней мере, короткая общая выживаемость, 5-летняя, она различалась очень существенно в двух этих группах больных. И у тех больных, у которых была выраженная инфильтрация Т-лимфоцитами с интерферон-зависимым ответом, у них, так сказать, выживаемость была значительно больше, чем у больных, у которых этой лимфоидной инфильтрации не было. И на самом деле в дальнейшем это привело к очень важной концепции о том, что исходно мы сейчас не говорим о каких-то индукционных воздействиях, там, анти-VEGFR-терапии и так далее, хотя, конечно, это исследование, его вот с современных позиций можно было бы очень глубоко и долго трактовать, но исходно на момент постановки диагноза суммарно все солидные опухоли можно грубо разделить
делить на холодные и горячие. Горячие, так сказать, это те опухоли, в которых, в общем, полыхает на момент диагноза противоопухолевый иммунный ответ. И их, в общем-то, на круг меньше половины, если все органы, так сказать, брать, да, все солидные опухоли. И холодные опухоли, это где-то 50-70%, у которых нет лимфоидной инфильтрации стромы. Вот окраска CD3, так сказать, это слайды нашей лаборатории, да, вы видите единичные клетки. И, в общем-то, если мы более детально посмотрим их фенотип, это супрессорные Т-лимфоциты, они цитотоксические, в то время как в горячих опухолях, где плотная лимфоидная инфильтрация именно не только в строме, но и среди опухолевых клеток, это в основном цитотоксический иммунный ответ. И, конечно же, и с точки зрения, так сказать, иммуноонкологии, и с точки зрения банальной химиотерапии, противоопухолевый иммунный ответ имеет значение, и в горячих опухолях уже исходно, так сказать, биологические свойства их таковы, что они как бы предрасположены, да, к тому, что мы можем эксплуатировать вот эту иммунную реакцию на опухоль как помощника в наших терапевтических воздействиях. И это очень важный факт. В трижды негативном раке, если мы будем говорить о молочной железе, эта как бы концепция работает наиболее полно и наиболее очевидно, потому что достаточно большая доля трижды негативного рака молочной железы так или иначе ассоциирована с нарушениями в генах репарации ДНК и содержит очень высокий уровень мутационной нагрузки. И даже если это не наследственно обусловленный рак молочной железы, да, когда у нас есть герминальные мутации генов там BRCA1, BRCA2, а если это спорадический рак, который является соматическими мутациями тех же генов, да, то биология приблизительно одна и та же. Нарушена репарация ДНК, накапливается огромное количество ошибок, большое количество неоантигенов, иммунная система, несомненно, реагирует, несмотря там на всю иммуносупрессию, которую пытается создать опухоль, на это количество неоантигенов, и, в общем-то, сказать, происходит иммунная инфильтрация. Конечно, то, что опухоль существует с этой иммунной инфильтрацией, говорит о том, что она вышла из-под иммунологического контроля. Поэтому мы должны помочь иммунной системе, так сказать, да, справиться и выполнить свою функцию. И это можно делать разными способами. Можно химиотерапией, когда, так сказать, мы уничтожаем часть опухолевых клеток, резкий антигенный всплеск, так сказать, активация иммунной системы происходит. Можно таргет терапии, можно иммунотерапии. И вторая, так сказать, часть – это у нас холодные опухоли, где этих процессов не происходит, и, в общем, с этим тоже можно что-то делать. Вот. Но трижды негативный рак – это такой как бы вот горячих опухолей классический пример. HER2 позитивный рак – это немножко более сложная история, и мы, так сказать, в дальнейшем поговорим о ней более подробно. Ну и, конечно, эта идея, она оказалась очень заманчивой, потому что иммунологические факторы, да, и иммунный ответ на опухоль можно не обязательно исследовать какими-то очень сложными методами. Проблема современной онкологии во многом связана еще и с тем, что, к сожалению, очень большую роль индустрия играет в планировании наших исследований, в наших исследовательских проектах. И вот то направление, тот вектор, который сейчас приобрела иммунодиагностика, он во многом индустрией опосредован. И на самом-то деле мы имеем очень простые морфологические тесты, которые не требуют никаких дополнительных затрат финансовых. Это определение опухоли инфильтрирующих лимфоцитов, ТИЛов, да? И это можно делать при рутинном гистологическом исследовании. Я в дальнейшем, так сказать, коротко расскажу о правилах, каким образом это делать. Но вы посмотрите, какой вектор в статьях. Так ли много статей, которые бы изучали реальную роль опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, выявленных при морфологических исследованиях, так сказать, сделанных по правилам международной группы, да, по изучению опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, опубликованных в 2015 году. 2 года прошло, но эти работы остаются единичными. Что публикуют? Что публикуем сейчас? Сейчас публикуют работы, где на самом деле опухоль-инфильтрирующие лимфоциты изучаются иммуногистохимическими методами. Причем не широко иммуногистохимическими методами, да, в каждой работе своими, а набор маркеров очень ограничен, и он всегда один и тот же. И если вы посмотрите, что это за набор маркеров, вы увидите потрясающее сходство с тем, что предлагается в индексе, который называется иммуноскор. Я думаю, все слышали, да, что этот индекс очень активно определенная группа исследователей пытается даже внедрить в ТНМ, что был ТНМ-Ай.
Да, еще и ЮНЕСКО там был включен. Но что такое ЮНЕСКО? Это абсолютно коммерческий тест. Абсолютно, на 100%. Который невозможно купить в коробке. Вы покупаете либо программу для интерпретации, там, либо, так сказать, не знаю, коробку для почты. Но всегда какая-то часть этого теста выполняется в коммерческой лаборатории, созданной, так сказать, для его пропаганды. И, к сожалению, вот эта вот история, да, по изучению опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов нашими рутинными морфологическими методами сейчас во многом тормозится индустрией, которая, естественно, заинтересована в извлечении определенной прибыли, и поэтому реальная роль морфологического исследования в какой-то мере недооценена. Я не буду говорить, так сказать, громкое слово «замалчивается», она недооценена. В то время как, так сказать, тесты, которые косвенно будут выводить нас к единственному существующему безальтернативному коммерческому продукту, они, так сказать, широко обсуждаются. А на самом-то деле критерии оценки для морфолога, они, в общем, достаточно и просты, хотя, конечно, не абсолютно воспроизводимы, как и любой морфологический тест. Объективы для оценки 20-40. Ну, мы обязательно используем эти объективы, потому что нам нужно посчитать грейд опухоли. И там без этих объективов мы не обойдемся. Мы все равно фактически всю опухоль просматриваем при этих увеличениях. Толщина среза 4-5 микрон – это все срезы рака молочной железы в хорошей лаборатории имеют толщину, так сказать, 4 микрона. И при планировании иммунотерапии международный консорциум допускает использование трепана биоптатов. Хотя вроде бы вопрос sampling error, да, он, так сказать, достаточно актуален. Но мы-то хорошо знаем, что у нас периферический отдел опухоли, куда вероятность попадания иглы значительно больше, чем центральные, как раз в основном иммуноинфильтрированы. И поэтому, если мы исследуем трепанобиоптат, у нас будет крайне низкая частота ложноотрицательных результатов. То есть все иммуноинфильтрированные опухоли, все горячие опухоли мы увидим как горячие. И мы можем использовать эту информацию с трепанобиоптата при планировании наших рутинных, так сказать, вот, дальше клинических, при принятии решений. При планировании адъювантной терапии производится на операционном материале, но он у нас есть в настоящий момент почти всегда. Мы еще не дожили до эры жидкой биопсии, да, когда, как говорил мне в Дюссельдорфе Дитель Недельбрахер, который возглавляет лабораторию, так сказать, там тоже частную, кстати сказать, которая исследует циркулирующие опухолевые клетки, что, Никита, так сказать, а вообще, вот чем вы занимаетесь, зачем вам клиницисты вообще присылают первичный рак молочной железы? Мое мнение такое, что когда больному катетеризируют центральную вену, ему, соответственно, нужно взять кровь и прислать ее ко мне в лабораторию. Потом соперировать молочную железу, неважно, так сказать, каким радикальным способом, и выкинуть ее в ведро. А дальше в крови я посмотрю циркулирующие опухолевые клетки, и именно они будут отвечать за дальнейшую опухолевую прогрессию. И, в общем, та информация, которая в них содержится, будет конкордантна тому, что мы увидим в очагах рецидивирования. Поэтому вообще, зачем вы исследуете первичный очаг? Ну, вопрос, конечно, сказать, несколько провокационный, пока что еще этот подход не реализуется. И в большинстве случаев у нас есть материал от первичной опухоли для планирования адъювантной терапии. И поэтому мы можем спокойно, без дополнительных финансовых затрат, потратив там дополнительные 5 минут времени патологоанатома, оценивать уровень лимфоидной инфильтрации опухоли. Учитываются только лимфоидные клетки, лимфоциты, плазмоциты, так сказать, и гистиоциты. В общем, исключаются из анализа гранулоциты, нейтрофилы. Они замечательно видны в световой микроскоп без каких-либо спецокрасок. А все, что похоже друг на друга, да, плазматические клетки, малые лимфоциты и гистиоциты, учитываются в анализе. То есть это некий суммарный лимфоидный инфильтрат, и, в общем-то, это максимально жизненные выполнимые критерии. Ну, использование, так сказать, всего остального, ТМА, ЭГХ и так далее, в общем, это обсуждаемый вопрос, который, так сказать, можно делать для науки. И на самом-то деле критерии просты, и не только просты, но для них опубликованы деноминаторы, то есть некие эталонные изображения, которые показывают, как правильно это делать. Более того, существуют сайты в интернете, где ты можешь ознакомиться с этими деноминаторами, так сказать, и просто открывать их, держать на своем рабочем столе. Конечно, есть определенная сложность, потому что вот если мы смотрим процент опухолевых клеток, да, то в общем опухолевые клетки большие, у них, так сказать, есть четко определяемые ядра, и мы более-менее на глаз корректно можем оценить процент позитивных по какому-то маркеру опухолевых клеток от всех. Лимфоидные клетки мы не можем так оценивать, поэтому мы всегда оцениваем площади.
Площадь оценивать на глаз значительно сложнее. И в этом есть некоторое психологическое ограничение метода. Потому что мы, в принципе, должны прикинуть площадь, занимаемую лимфоидным инфильтратом, от площади, так сказать, либо там всей опухоли инвазивного компонента, либо от площади стромы, как вот рекомендует международный консорциум. И здесь, конечно, так сказать, ты психологически должен выкидывать инвазивный компонент, вот сами опухолевые клетки, смотреть только площадь стромы. А сложность заключается в том, что лимфоциты часто расположены дискретно. Они не формируют пласта, в отличие от опухолевых клеток, да? И поэтому оценка, так сказать, она не прецизионно точна. Но прецизионной точности-то никто от нас и не требует. Вы посмотрите, так сказать, что эта оценка, чтобы она работала в практике, допускает очень грубое округление. Округление до 10%. То есть нам не нужно писать 50, лимфоидный инфильтрат опухоли 53%. Мы должны хотя бы грубо сказать, там, 10, 20, 30, 40, половина, больше половины, понимаете? И этого достаточно для рутинной работы. Этот тест, так сказать, все его недостатки, они скрываются грубостью этого теста. Хотя, конечно, так сказать, я вот дальше буду цитировать исследования, где, так сказать, народ попытался, в общем, максимально точно это дело каким-то образом посчитать. И, в общем, выводы их вызывают у меня некоторое удивление, потому что я не могу понять, как человек, так сказать, мог эти выводы сделать. Но это мы сейчас оценим. И на самом деле порог позитивности, да, он тоже грубый. Он, так сказать, в разных исследованиях разный, но если вы посмотрите, у кого-то это 20%, у кого-то 40%, а у кого-то 50%. То есть, грубо говоря, половина стромы должна быть занята какими-то любыми лимфоидными клетками. Это вот у этого критерия воспроизводимости, я вас уверяю, достаточно хорошая. Ну, такой классический пример, как это выглядит, потому что нельзя делать морфологические доклады без хоть одной морфологической картинки даже перед клиницистами. Вы видите, что вот это поля опухолевых клеток, и, в общем, они хорошо различаются между собой, у них видны клеточные границы, ядра и так далее. И вот это вот лимфоидная инфильтрация стромы. Вот какой процент здесь, да? Любому человеку, в общем, легко понять, что вот есть небольшая, так сказать, зона, которая не занята, и в конкретном поле зрения этот процент больше 90%, да? Ну, процентов там 95, грубо, так сказать, если округляю, или 90, это не имеет значения. То есть это опухоль с преобладанием лимфоидной инфильтрации стромы. Потому что, да, между лимфоцитами есть, так сказать, индивидуальные какие-то просветы, но нас никто не заставляет считать клетки по-разному, и никто не просит вот этого гистиоцита выкидывать или вот этого выбрасывать из подсчета. Здесь нет нейтрофилов, мы в этом убедились. Все, мы смотрим, так сказать, суммарно, какая площадь стромы занята лимфоидной инфильтрацией. То есть на самом деле все-таки это достаточно грубый тест, он имеет право на существование. И как замечательно это работает для трижды негативного рака молочной железы, да? Тогда, когда тут Семеев, кажется, это старое исследование был, так сказать, насколько, так сказать, лучше у нас общая выживаемость у опухолей, которые имеют выраженную лимфоидную инфильтрацию стромы, да, чем те, у которых ее нет. То есть это хорошо работающий воспроизводимый критерий. Ну и если мы будем говорить о трижды негативном раке, хороших, так сказать, статей таких, их, в общем, не так много. Я думаю, где-то сейчас пока что выходит с частотой одна в год таких вот настоящих работ. Но одна из первых, которые мне бы хотелось здесь обсудить, ее подискутировать, значит, так сказать, была опубликована в 2015 году, это исследование NeoAlto, и они ставили разные пороги. Одна из задач, они пытались нащупать, какой порог опухоли инфильтрации лимфоидной, он играет какое-то клиническое значение. И у них были, так сказать, различные пороги, но наиболее хорошо работает порог 40%. То есть, грубо говоря, это чуть меньше половины стромы опухоли занято лимфоидным инфильтратом. Это хороший порог. И я думаю, что лучшие результаты по нему получены не из-за того, что биологически именно эта цифра чем-то важна. Лучшие результаты по этому порогу получены из-за того, что это хорошо воспроизводимое при гистологическом исследовании пороговое значение. Да? Ведь очень часто, так сказать, мы не истинные биологические значения, так сказать, выступают пороговыми, а те, которые наиболее хорошо воспроизводятся различными специалистами. И вот 40% это хорошо воспроизводимое значение. Поэтому здесь, так сказать, вы тоже видите, что это опухоли инфильтрация больше 40%, да, это меньше. И, так сказать, в NeoAlto это HER2-позитивный рак молочной железы, где был лапотинип, так сказать, и
герцептин, да, если не ошибаюсь, так сказать, отдельно группа тот или комбинация из них, вот, то есть трастузумаб и лопотинип, и независимо от этой терапии, так сказать, или в комбинации, это пороговое значение работает. И, конечно, уровень опухолей инфильтрирующих лимфоцитов был ассоциирован с лучшей выживаемостью при раннем HER2-позитивном раке молочной железы на фоне лечения трастузумабом в комбинации с химиотерапией. И заметьте, это было на момент диагноза, да, то есть это было, так сказать, по трипанбиоптатам, и это был ранний рак молочной железы. То есть для раннего рака молочной, судя по всему, так сказать, этот критерий работает. Значит, и уровень инфильтрации лимфоидной был ассоциирован как с бессобытийной выживаемостью, так и с полным морфологическим регрессом. Но мы знаем, что полный морфологический регресс не имеет, так сказать, да, для нас той ценности, ну, по крайней мере, которую мы рассчитывали. Но, по крайней мере, бессобытийная выживаемость – это достаточно существенный параметр. И вот посмотрите вот на этот график, когда, так сказать, как раз… Значит, пропорция, да, бессобытийная выживаемость, где мы видим, что опухоли, в которых уровень лимфоидной инфильтрации больше 40%, и при этом у которых был достигнут полный морфологический регресс, да, вот эти два фактора в комбинации, фактически эти больные HER2-позитивным ранним раком молочной железы на фоне, так сказать, герцептином с химиотерапией не умирают. Эти больные не умирают, потому что у нас, так сказать, то, что никаких дополнительных генов не включено, и то, что HER2 является драйверной мутацией для этих больных, это, так сказать, показывает полный морфологический регресс, который был достигнут на этой терапии, да? И на самом деле полный морфологический регресс – это важный признак, вопрос, как его трактовать. Мы же ведь можем его трактовать и как косвенный маркер генетической гетерогенности внутриопухолевой. Если достигнут полный морфологический регресс на такой простой терапии, так сказать, да, как комбинация трастузумаба с таксанами, это означает, что генетическая гетерогенность очень маленькая, что HER2 – ведущий фактор канцерогенеза, что никаких дополнительных в этом ампликоне генов, которые бы, так сказать, могли вступить на место HER2, да, когда HER2 заблокирован трастузумабом, нет. И поэтому, так сказать, эти опухоли с низким уровнем генетической гетерогенности дали полный морфологический регресс, и иммунная система, так сказать, позволила как бы добить, ну, в общем, эту опухоль, да, то есть это работает. И посмотрите, как бы ситуация обратная, когда не было достигнуто полного морфологического регресса в HER2-позитивном раке и был низкий уровень лимфоидной инфильтрации. Насколько драматическая бессобытийная выживаемость. Что тут было, так сказать, интересно? Два последних момента, что увеличение уровня лимфоидной инфильтрации на 1% связано со снижением, так сказать, событий на 3%. Вот это абсолютно непонятная ситуация. Совершенно не ясно, каким образом эти люди, пользуясь критериями международной группы, да, это, в общем, было написано в статье, что они пользуются ими, ухитрились определять, так сказать, отличить 51% там, от 52% или 12% от 13%. Это абсолютно невозможно. Поэтому вот эта вот история, она совершенно непонятная. И второй момент. В этом исследовании не было никакой связи между PI3K и уровнем туморинфильтральных лимфоцитов, но в раннем раке молочной железы. Вот это вот очень важное уточнение, потому что роль PI3K, она как бы не ясна, так сказать, да, в HER2-позитивном раке молочной железы, хотя все мы где-то ощущаем, и есть постоянные данные о том, что она играет роль. На самом деле, судя по всему, она играет роль в зависимости от стадии. Потому что в раннем раке молочной железы мутации PI3K еще не начали приводить к тем последствиям биологически, да, которым, так сказать, они приводят, когда уже происходит какая-то опухолевая прогрессия. Биологически PI3K мутацию можно использовать как маркер скорости мутационного процесса в опухоли. И вот если, так сказать, мы имеем рак молочной железы, да, метастатический, в котором не было мутации PI3K, то скорость мутационного процесса, так сказать, у него, грубо говоря, возьмем за единицу, то эти исследования, спонсированные AstraZeneca, так сказать, уже появились для гормон-позитивного рака, когда мутация PI3K появляется, и она начинает детектироваться при метастатическом раке молочной железы в крови, уровень мутационного процесса вырастает в несколько раз, там приблизительно от 3 до 5 раз. И поэтому это приводит к клональной гетерогенности и уходит, так сказать, опухоли, потери ее чувствительности там, к антигормональной терапии. Поэтому на самом деле, если мы говорим о раннем раке, то мутация PI3K просто еще не начала работать. Но в другом исследовании, да, в исследовании Кристина, куда уже включались больные только со второй и третьей стадии рака молочной железы, да, то есть тут уже была метастатика,
В ней как раз уровень 5-3К значительно, так сказать, ассоциирован с мутационным процессом, с мутационной нагрузкой, косвенным отражением которой является уровень опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. То есть там, где были мутации 5-3К, была значительно более выраженная лимфоидная инфильтрация стромы опухоли. Потому что эта опухоль уже сколько-то пожила с этой мутацией, набрала геномную гетерогенность, косвенным отражением которой явились опухоль-инфильтрирующие лимфоциты. Поэтому на самом деле вот то, что я, так сказать, пытался показать сегодня в первом своем выступлении, что бессмысленно интерпретировать рецепторы эстрогена, прогестерона и Ки-67 без учета стадии заболевания, да, без учета клинических данных, без учета грейда, так сказать, количества метастазов и так далее. Это не работает само по себе или плохо работает. Также вероятные генетические тесты, которые мы привыкли рассматривать как пробирочные методы, которые идеальны тем, что они подчиняются закону «все или ничего». Полоска на форезе есть или полоски на форезе нет. Оказывается, их тоже нужно укладывать в клиническую картину. И интерпретация такого простой вещи, как мутация PI3K, вероятно, должна зависеть от стадии заболевания на момент диагноза. Ну и, конечно, Кристина показала потрясающие вещи, потому что и общая выживаемость, так сказать, для HER2-позитивного рака молочной железы, ну, условно местно распространенного, да, которое должно, как мы уже поняли, начинаться с неоадъювантного лечения, и, так сказать, безрецидивная выживаемость, она напрямую связана с уровнем, так сказать, лимфоидной инфильтрации стромы молочной железы. И добавление пертузумаба, так сказать, оно как бы наиболее эффективно именно в группе с высоким уровнем лимфоидной инфильтрации. На самом деле это очень интересная история, которая, так сказать, еще до конца не разыграна. Почему именно у больных, у которых высокий уровень лимфоидной инфильтрации, пертузумаб значительно более эффективен, чем, так сказать, у тех, у которых низкий, и мы не видим этого для трастузумаба? Ведь вроде бы это оба, так сказать, блокаторы HER2, да? Оба блокаторы HER2. Но почему-то для пертузумаба, и Кристина это четко показала, при двойной блокаде у больных с высоким уровнем лимфоидной инфильтрации появляется пул пациентов, которые ведут себя так же, как больные немелкоклеточным раком легкого, курильщики, так сказать, на фоне иммунотерапии, да, на фоне ниволумаба там, или кейтруды. То есть появляется пул больных, которые не умирают от заболевания никогда. Вот мы за ними смотрим, и все, они перестают умирать. Их немного, их там около 10%. То есть, похоже, так сказать, мы не до конца понимаем механизмы действия периета пертузумаба. Вероятно, так сказать, у него есть какой-то существенный иммунологический компонент. И эти больные, как бы тут комбинация таргетно-иммунной терапии, хотя вроде бы он таргетный препарат исходно. И поэтому уровень высокой лимфоидной инфильтрации, так сказать, он здесь включается уже как для иммунотерапии. И мы получаем подгруппу неумирающих больных с метастатическим раком молочной железы. Да? Еще один важный момент, который говорит о том, что, вероятно, периета имеет какой-то иммунологический компонент в своем механизме действия. Когда, так сказать, наше отделение начало участвовать в Кристине, в этом протоколе, к счастью, для оценки морфологического регресса корректной, обязательно была установка метки в первичную опухоль, да, какой-то радио, так сказать, изотоп, радиовидимой метки. Так сказать, там какую-то пружинку клиницисты через иглу, соответственно, туда вставляли. Так вот, часть опухолей после неоадъювантного, так сказать, лечения с периетой мы не могли физически обнаружить макроскопически. И если бы мы не находили эту пружинку в ткани молочной железы, мы в жизни не смогли бы найти опухолевое ложе. Если мы ведем обычную терапию герцептином с химиотерапией, то тогда такого эффекта не наблюдается. А тут был не только полный морфологический регресс, но исчезала и опухолевая ложа. Просто в месте, где стоит пружинка, оставалась, так сказать, обычная фиброзная прослойка, вокруг которой находилась жировая ткань. То есть без иммунологических механизмов такой тип морфологического регресса наступить бы не мог, потому что он приводил к ремоделированию стромы опухолевого ложа, да? Таким образом, так сказать, что, собственно, понятие ложи исчезало, оставалась прослойка фиброзной ткани. И вот это, так сказать, исследование Кристины, оно мне нравится этим, так сказать, своей глубиной до конца недоисследованной, потому что оно ставит перед нами вопросы, на которые у нас нет, так сказать, в настоящий момент ответа. Ну и, конечно, так сказать, есть большая разница между объемом лимфоидной инфильтрации, первичной опухоли и метастатических очагов. И я думаю, что, как вот мы сейчас ставили вопрос о том, что нам нужно в метастатических очагах в ряде ситуаций
рецепторный статус повторять. Вероятно, реассессмент, переоценка уровня лимфоидной инфильтрации когда-то будет не только, так сказать, в первичной опухоли, но и в метастатических очагах. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Так, вопрос, пожалуйста. Проблема важнейшая. Татьяна Юрьевна. Спасибо большое за блестящий доклад, просто вынос мозг, извините за такое сравнение. Но я просто хотела уточнить, все-таки вы ввели для меня терминологию горячие и холодные опухоли. Горячие опухоли – это те опухоли, которые инфильтрированы, и в связи с этим мы ожидаем меньше, то есть более агрессивное течение заболевания. У меня вопрос, все-таки это больше прогностический или предиктивный маркер? И можем ли мы сейчас внедрять данный маркер в нашу, условно говоря, рутинную практику? Ну, вопрос, так сказать, сложный, потому что если для секты доказательной медицины, так сказать, скорее, да, ответ нет. Пока что мы там это все не можем внедрять. В общем, для людей, которые более осторожно подходят и используют в своей жизни данные без, так сказать, вот там высших уровней доказательности, конечно, внедрять мы должны. Потому что на самом-то деле прогностическая ценность вот, лимфоидной инфильтрации, она будет невелика из-за того, что время уже ушло. У нас уже как бы только исторический контроль возможен. Все равно, так сказать, неоадъювантная терапия входит настолько прочно в практику, что я слабо себе представляю ситуацию, когда агрессивная опухоль с высоким уровнем лимфоидной инфильтрации не получит неоадъювантного лечения, и мы сможем посмотреть, а как же вот прогностически она себя без лечения поведет. Да? Поэтому его, так сказать, прогностическая роль, вероятно, исследована не будет. И она будет только предиктивная. Но предиктивная роль, так сказать, она на самом деле значительно глубже, чем вот даже то, о чем мы сейчас говорили. Потому что, когда мы говорим об иммунотерапии в монорежиме, да, вот я сейчас даже немножко от HER2 оторвусь, вот для других опухолей, там, для того же, ну, допустим, почечно-клеточного рака, когда мы говорим в монорежиме, это одна ситуация. И если есть высокий уровень лимфоидной инфильтрации, то мы можем надеяться на ответ в монотерапии. Но когда мы видим холодную опухоль, это же ведь тоже колоссальное значение. О чем оно нам говорит? Я не зря показал первый слайд и сказал, что из него можно много очень смысла извлечь. Те опухоли, в которых нет выраженной лимфоидной инфильтрации и интерферон-зависимого ответа, парадоксально, но в них очень высокий уровень сосудистого эндотелиального фактора роста. Мы знаем, что сосудистый эндотелиальный фактор роста индуцирует не только ангиогенез, он индуцирует новообразование сосудов, экспрессирующих CD95, то есть систему фас-фас-лиганда. И именно эта система не позволяет лимфоцитам, Т-лимфоцитам, даже в опухоли с высокой мутационной нагрузкой проникнуть. Они апоптозируются прямо в сосудистом русле. И на самом-то деле, когда мы видим холодную опухоль, для нас появляется дополнительная терапевтическая опция. Это тоже как бы предсказательный фактор. Мы можем дать ей авастин. И ряд опухолей зажигаются просто на фоне авастина, иногда в комбинации с обычным аспирином, да, с блокадой простагландин Е зависимого пути. То есть для нас предсказательный фактор и горячая опухоль, и холодная. Просто он предсказывает потенциальную чувствительность к разным препаратам. И вот тогда, когда авастином мы ее зажгли, дальше начинает работать иммунотерапия. И первые трейлы для почечно-клеточного рака, основанные именно на этой идеологии, уже есть. Они уже зарегистрированы, вторая фаза идет, так сказать, из-под рожи. Поэтому, так сказать, я думаю, что это будет очень мощный предсказательный фактор, который не будет требовать дополнительных денег, там, иммуноско и так далее. Да, спасибо.